В Суоярском районе за два года капитально отремонтируют четыре школы – Суоярве, Настиньярве, Вешкелице и Парасозере. Как рассказали в ходе совещания по социально-экономическому развитию района, эти школы попали в федеральную программу капремонта образовательных учреждений. Уже было отмечено про капитальный ремонт, и 300 миллионов – это самая большая сумма из всех муниципальных районов, которые получает Суоярский район на ремонт и 5 зданий в ближайшие годы. Поэтому тут, конечно, большая ответственность. Вместе с родителями, с педагогами будем обсуждать и перечень работ, скажем так, какие-то уже детальные моменты организации образовательного процесса. Но уже предварительно мы понимание имеем по каждой школе, какой объем работ будет сделан. В Суоярве также построят новую школу на 330 мест рядом с нынешней в центре города. Она будет стоить более миллиарда рублей. Обсудили и ремонт дорог. Так, в планах на ближайшие два года приведут в нормативное состояние еще 10 километров трассы Петрозаводск-Суоярве. По словам Артура Парфенчикова, отремонтированная дорога позволит привлечь больше туристов в район. Также глава Карелии поставил задачу активизировать работу по привлечению средств на ремонт дороги Суоярве-Кайреное до трассы Сартовала. Кроме того, как подчеркнули на совещании, объем инвестиций по крупным и средним предприятиям, привлеченных в Суоярский район, в 2021 году составил около 300 миллионов рублей. Его рост составил почти в полтора раза к уровню аналогичного периода 2020 года.